Привет! Это видео посвящено направлению индукционного тока и правилу Ленца. Направление индукционного тока определяется законом сохранения энергии. Индукционный ток во всех случаях своим магнитным полем препятствует изменению магнитного потока, вызывающему данный ток. Правило Ленца. При увеличении магнитного потока через витки, катушки, индукционный ток имеет такое направление, что создаваемое им магнитное поле препятствует нарастанию магнитного потока через витки катушки. Ведь линии индукции B' этого поля направлены против линии индукции B поля, изменение которого порождает электрический ток. Если же магнитный поток через катушку ослабевает, то индукционный ток создает магнитное поле с индукцией B', увеличивающее магнитный поток через витки катушки. В этом и состоит сущность общего правила определения направления индукционного тока, которое применимо во всех случаях. Это правило и было установлено русским физиком Ленцем. А теперь внимание, само правило. Согласно правилу Ленца, возникающий в замкнутом контуре индукционный ток своим магнитным полем противодействует тому изменению магнитного потока, которым он вызван. Если эта лекция была вам полезна, пожалуйста, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Пока!